4 года назад я на этот фестиваль попал, когда он только-только начинался, только-только организовался, еще первые шажки он делал. Помню первое открытие фестиваля, нет, уже, по-моему, рождение было, не помню. Ну, там надпись была такая: для детей с ограниченными возможностями. Я сказал: не, ребята, ошибка, давайте напишем для детей с неограниченными возможностями. Наблюдая от фестиваля к фестивалю, картину, уровень растет. Не только организации, но и самих фильмов. Потрясающий бывает фильм. Мне можно получить, 25 лет там этим занимается, некоторые моменты. Дети выдают, у них головы светлые. Допустим, «Рост человека путем», по-моему, называлась работа. Применен, ну, что называется, ротоскоп, ну, что вот прорисовывать можно человека частями, это здорово. Уровень растет, а миссия, собственно, я даже сказал, можно даже как-то графически изобразить. «Волшебный фонарь», да, ну, хороший образ, светлое к фонарю, не до фонаря, а именно к фонарю. Это свет. И это еще и, давайте мы открываем окна. Вот многие детки просто годами в палатах с закрытыми окнами. Мы это окно открываем. Мы открываем окно, причем с двух сторон, чтобы дети из этого замкнутого мира могли выглянуть, и чтобы их могли увидеть. И на этом фестивале были такие работы, именно, по-моему, как раз вот это человек, когда это было высказывание. Это мы есть. Дети себя... Вот заглянуть в их мир, их глазами, как это выглядит. И я считаю, эта работа, она вообще... Я бы предложил некий, что ли, создать, да, несколько. То есть первый фильм, как, может быть, триптих, я не знаю. Первый фильм как заявление своего мира. Второе некое высказывание, что с этим делать. И третье высказывание, может, куда идти. Чем еще эта работа была, можно сказать, свежа? В основном детишки, они молодцы, они оптимисты все всегда. Они рисуют мир, какой хотели бы увидеть. Там сказок полно. Иногда проскальзывают, так сказать, реалии. Но они все оптимисты, они строят мир, в котором хотели бы жить. Который хотели бы увидеть. Вот такой сказочный, иногда совершенно сумасшедший мир бывает. А в этой работе было показано, что называется, все как есть. Поэтому я бы им предложил вот этот трифон. Вот здесь все как есть, вторая часть. А что с этим делать? И третья часть, собственно, выход в мир, какой хотелось бы, потому что, ну, куда-то же надо идти. И функция этого фестиваля, повторяюсь, разомкнуть вот это замкнутое пространство. Но, честно скажу, есть работы почти что профессиональные. Потому что, опять же, ничего не мешает взять камеру в руку, придумать историю, смонтировать ее. Сейчас, слава богу, этих вот уроков, как снимать, как монтировать, ну просто немереное количество. И обязательно выход. Вот этот фестиваль, это, вот, я говорю, говорил, давайте у нас образ будет фонарь тогда, а давайте открытое окно. Вот этот фестиваль есть открытое окно, которое не дай бог там кто-нибудь захлопнет. Думаю, такого не будет.